хочу сказать свидетельство. Я хочу просто сказать, что то, что вы здесь, это не напрасно. То, что вы здесь, это не случайность. Даже если у тебя есть очень много знаний, и ты уже много знаешь, это есть как бы толчок к этому, ну, к действиям. Еще по-новому переоценить то, что ты знаешь, и то, что ты уже от Бога получил. Почему я это говорю? Некоторое время на своей домашней группе в доме... перед этим, в общем-то, я начну сначала. Перед этим я прочитала одну статью, одно свидетельство. Как вообще, ну, что такое молитва и что происходит в небесных сферах? И это меня так сильно зацепило. И я начала читать на домашней группе. И мы прочитали это свидетельство, и на этом все закончилось, вся домашняя группа. И мы решили молиться. Мы начали молиться. Мы начали так молиться, дети так молились, как никогда молились. Хотя они еще не посещали эту школу. И мы так молились, что вдруг Господь начал открывать дары свои. Дар слова знания, дары, ну, начали видеть видение дети. И одна девочка увидела беса в другом мальчике. И говорит, эти бесы, они держат такое сокровище, оно просто блестит перед Богом. В Божьих глазах оно такое, как, ну, отшлифованное золото. Вот такая вот шацкама. И говорит, давайте мы сейчас будем молиться за этого мальчика, чтобы, ну, изгнать. И мы начали молиться. И что самое интересное, я видела своими духовными глазами, как эти бесы вышли. Я никогда этого не делала. То есть, ну, мы молимся за исцеление, мы молимся в вере, изгоняем бесов каких-то там, еще что-то. А тут просто Бог, ну, я не знаю, как это произошло, но мы видели, и ребенок получил освобождение. Потом мы начали за другого мальчика молиться. Просто Бог начал делать чудеса. Понимаете, это простой человек. То есть я не пастор, я не проповедник, я никто. Я просто такой же человек, как и вы, верующий, который верит в Бога и есть Божий ребенок. И та власть, которую Он мне дал, та же власть в вас, и та же власть в пастыре Зинаиде, и та же власть в каждом из нас. Понимаете? И эта школа, это как толчок. Возьми эту власть и практикуй ее. Будьте, ну, будьте смелыми. И бесы, они будут действительно убегать. Амен. Аллилуйя. Вы знаете?